Всем привет! Вы на канале «Есть вопрос» и сегодня у нас для вас новая игра. Для нашей игры нам понадобится сегодня вот такая вот латексная, силиконовая, не знаю, там резиновая любая перчатка, чтобы она была прозрачная. Нам понадобятся вот такие вот помпончики, они продаются в магазинах для творчества, иногда в канцелярских товарах их можно найти. В общем, вот такие вот помпончики, найти их несложно. Ну и для того, чтобы зафиксировать перчатку, нам понадобятся скотч и ножницы. Что же мы будем делать сегодня с этой вот чудесной перчаткой? Мы будем делать сортер. Сортер по цветам. Вы видите, что у меня помпончики разного цвета, и каждый из них представлен, ну вот, то есть у нас по 3 штучки, да? Можно делать больше, можно делать меньше, в зависимости, опять же, от возраста ребенка и от того, насколько сложным вы хотите сделать этот сортер. Мы взяли такое среднее количество. И что же нам нужно будет сделать? Сначала нам нужно будет все эти помпончики сложить вот сюда, перемешать и сложить в ту часть перчатки, в которой у нас обычно находится ладошка. Вот, туда мы это все загрузили, хорошенечко между собой перемешали. И сейчас нужно будет эту перчатку нам на столе зафиксировать, чтобы она не ползала по всему столу. И сделаем это с помощью вот обычного скотча. То есть эту часть основания перчатки мы просто приклеим к столу скотчем, да? Если скотч у нас, конечно, будет это все держать. После того, как мы это все зафиксировали, начинается самое веселье. Перед ребенком вот таким образом будет выглядеть наш сортер. И мы даем ему задачу. Нам нужно отсортировать в каждый пальчик каждый цвет. То есть всего у нас 5 цветов и 5 пальчиков. Соответственно, в каждом пальчике должны находиться помпончики одинакового цвета. Пока вот такая задача, да? То есть вот ребенок с помощью своих пальчиков продвигает вот эти помпончики. Мы при этом, получается, работаем активно пальчиками. Наши пальчики, это, как вы уже все знаете, мелкая моторика. Развивается мускулатура рук, пальчиков, да? У нас там очень много различных мышц. И, соответственно, мы изучаем цвета. То есть мы знаем, что в этом пальчике у нас желтый цвет уже собрался. Теперь мы собираем зеленый цвет в отдельный вот в этот вот пальчик, да. И, соответственно, вот таким вот образом можем сразу и синий, раз он сюда просится, голубой засунуть. Вот таким вот образом мы сортируем наши цвета, которые у нас здесь есть в перчатке. Повторяем их. И развиваем нашу мелкую моторику. Она нам очень пригодится в любом виде деятельности. При этом мы весело проводим время, потому что на самом деле это такое занятие довольно-таки забавное. Двигать помпончики по перчатке. И получается у нас такая разноцветная в итоге рука. Вот сейчас я закончу уже с нашими шариками и скажу, как можно еще, допустим, разнообразить эту игру. Вот. Ну, у нас, кстати, идеально по размеру помпонов получилось заполнить пальчики. Ну, может быть, еще по парочке бы вошло. А так, в принципе, вот 3 штуки каждого цвета вполне себе хватает. Вот таким образом ребенок должен справиться с заданием. В каждом пальчике одинаковый цвет, каждый пальчик наполнен, то есть ничего у нас здесь не осталось. И получается вот такая сортировка интересная, необычная и в то же время очень полезная. Как можно, допустим, разнообразить эту игру, если вы хотите внести в нее чуть больше каких-то других задач? Мы можем сделать с вами вот такие карточки, да, нарисовать, обвести ручку ребенка, ну, либо просто нарисовать что-то наподобие руки, чтобы ребенок понимал, что изображено на карточке. И
добавить вот таких цветов, да, то есть мы можем делать не одинаковые уже цвета, а, например, последовательность. Собери последовательность, здесь уже у нас подключается логическое мышление, умение действовать по образцу, то есть мы с вами берем, выкладываем перед ребенком опять же ту же самую перчатку, соответственно, все цвета мы собираем обратно в ладошку, перемешиваем и даем ребенку задачу собрать вот в такой последовательности в каждый пальчик, да, то есть ребенок анализирует, что в мизинчике у нас такая последовательность, значит, безымянный палец, средний, здесь уже подключается у нас логическое мышление, да, способность к анализу, и мы немножко по-другому смотрим уже, под другим углом смотрим уже на эту игру, на ее пользу. Вот такая у нас с вами сегодня получилась игра. Она необычная, интересная, полезная и в то же время не требует никаких особых затрат. То есть все, что нам нужно, это резиновая перчатка и помпоны, которые продаются в любом ближайшем к вам магазине. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, заходите к нам в телеграм-канал, у нас там всегда много нового и интересного. А на этом у меня сегодня все. Пока-пока!